В городе Александрове до конца 2024 года планируют построить 11 котельных. Старое оборудование пришло в негодность. Оно физически и морально устарело. Модернизация позволит решить эту проблему. Сейчас главные работы проходят на территории перспективной многоэтажной застройки. Для того, чтобы у нас было понимание, за счет какого финансирования построены котельные, было принято решение, что у нас в городе котельные с синим декором, они строятся в рамках программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Это также программа, которая у нас областная. И инфраструктурный бюджетный кредит у нас оформляется красно-белыми цветами. Новую котельную строят на улице Первой Крестьянской. Она будет обеспечивать отоплением и горячей водой большой микрорайон, в котором проживает порядка 4000 человек, 45 многоквартирных домов, школу и детский сад, а также промышленные предприятия. Мощность новой котельной составит 29 мегаватт. На данный момент мы завозим оборудование, уже привезли 4 котла фирмы «Лавард». Также поставили теплообменники на всю мощность. Сейчас идет строительство здания котельной. Все строится у нас по графику производства работ. До декабря этого года эта котельная будет полностью готова и будет готова к эксплуатации. А на улице Геологов работы по строительству котельной уже завершены. Важный коммунальный объект готов на 100%. В течение нескольких недель состоится его передача в ресурсоснабжающую организацию. Новая современная котельная обеспечит отоплением и горячей водой порядка 1600 жителей многоквартирных домов и важные социальные объекты. А мощностью 5,4 мегаватта. Отапливает она у нас 16 многоквартирных домов, один детский сад и спортивный комплекс. Построена взамен котельная, которая была построена в 60-70-х годах с морально и физически устаревшим оборудованием. И в этом году уже население будет получать отопление горячую воду от новой котельной. В котельной установили оборудование отечественного производства. Подрядчик заверяет, качество отменное. Котельная сможет бесперебойно работать долгое время. Гарантийный срок службы – 15 лет. Котельная собрана полностью в автоматическом режиме, для работы полностью в автоматическом режиме. Круглогодичный режим, без обслуживающего персонала. Работает полностью автономно на газовом топливе. Тем самым жителям будет поступать качественное тепло. На сегодняшний день в Александрове по программе энергосбережения построены 4 котельных. В разработке еще 2 проекта. Алексей Дудин, Владислав Мальцев, Артем Михайлюта.